На полигоне Алабино официально открылись пятые армейские международные игры 2019. В этом году за звание лучших будут бороться 223 команды из почти 40 стран Азии, Европы, Африки, Центральной и Латинской Америки. При этом игры будут проходить на 21 военном полигоне 10 стран. Летчики, связисты, кинологи, снайперы и другие участники покажут свое мастерство в полевой, воздушной и морской выучке. Всего запланировано 30 конкурсов. Казахстанские военнослужащие примут участие в половине из них. К слову, один из этапов игр, конный марафон, стартовал в Монголии. Участникам необходимо преодолеть маршрут в 130 километров и выполнить задачи в подготовленных участках, таких как преодоление водной преграды, состязания по замене лошадей, ночлег, перевозка раненого и боеприпасов через горные и лесистые местности. По словам организаторов, соревнования служат укреплению международного военного сотрудничества. Завершатся они 17 августа. Церемония открытия прошла на высшем уровне. Все организовано отлично сегодня. Завтра начинается второй этап, старт конного марафона на большие дальности, 130 километров. По жеребьевке Республика Казахстан, то есть мы по жеребьевке выступаем первыми. Надеемся, что наши пацаны как стартуют первыми и займем первое место.